Мы неоднократно, как спортсмены, уходили от нулевой оценки. Именно в третьем подходе изыскивали скрытые ресурсы, собирали силами и поднимали. Ну, отступать некуда. Нет, нет. Еще один спортсмен заканчивает с нулевой оценкой. И вслед за Дмитрием Каптарем из Молдовы Демир Демирев также едет домой с нулем в активе. Переоценили свои силы спортсмены-тренеры из Болгарии. Ким Кван Сон, человек, который шел